Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на наш канал. Мы приехали в торговый центр Море Молл. Хочу зайти в Леонардо, посмотреть таких классных украшательств для Нового года. Потом мы еще пойдем посмотрим в Хофф, в Аскону. В общем, идемте в предновогодний шопинг. Маме предлагаю, говорю, давай я тебе подарю сертификат, будешь вот как мужчина летать в трубе. Посмотрите. О! Немножечко о самой речке. Очень приятный звук. Надеюсь, вам тоже нравится. Море Молл в этом году украшен точно так же, как и в прошлом году. Очень приятная праздничная атмосфера, действительно очень уютно. Деревня Деда Мороза также есть, детки кидают с удовольствием письма, загадывают желания, фоткаются на фоне елки, довольные и счастливые, там просто с ума сходят. Но красиво, что уж говорить, мой внутренний ребенок тоже радуется. Мама любуется новогодней красотой. Где твое письмо Деду Морозу? Что ты ему заказываешь? Очень красиво эту зону сделали. Смотрите, ленточки, огонечки, много подарков под потолком. В общем, мы приехали. Шопинг начинается. Мои хорошие, мы очень вкусно поели. Знаете, все-таки Бургер Кинг вкуснее, чем во вкусные точка. Мы к такому выводу пришли. Все, теперь полные сил. Идем в Леонардо. Мама, нам вот сюда посмотрим. Хочу, знаете, всякую мишуру, красоту новогоднюю. На маркетплейсах она тоже есть, но там, да, возврат в случае, если вам не понравится. И я так сравнила, стоит немножечко дороже. Все куплю в Леонардо, довольно счастливая, пойду домой. Ой, мои хорошие, сколько же красоты в магазине Леонардо. Вот действительно заходишь, глаза разбегаются, все хочется купить. Еще у них такая приятная музыка новогодняя. Вот, девчонки, хандра, достала вас повседневная рутина, обязательно загляните в магазин Леонардо, и хорошее настроение вам гарантировано. Накупите мелочевки всякой, подарков для своих родных, украшений на елку, оберточной бумаги, свечи. Ну просто действительно шикарный ассортимент. И кстати, хочу заметить, что цены в Леонардо очень даже бюджетные. Можно собрать корзину на свой кошелек, порадовать себя и своих близких. И что немаловажно, мы с вами здесь не переплачиваем за услуги маркетплейсов. Безусловно, мы с вами их очень любим, но все понимают, что там плюсуют к стоимости доставку, а если не понравится, еще и возврат 100 рублей. Особенно это ощутимо на мелких товарах, а тут можно все потрогать, понюхать и сразу купить то, что вам нравится. Ну и конечно же зарядиться праздничным настроением. Вот такие вот интересные свечи у них есть, можно здесь сделать, стоит всего лишь 139 рублей, свечи из вощины и обычные. А эти уже свечи для нас, девчонки. Очень красиво оформлены, они ароматические. И тут опять-таки плюс похода в магазин, что вы можете их понюхать, нравится вам аромат или нет. Я уверена, у всех был такой случай, что заказываешь, вроде по описанию все нравится, но
Открываешь после того, как забрала на маркетплейсе, не мое. А так свечей здесь огромное количество, я вам все не засняла, потому что мы бы там с ночевкой остались. Немножечко покажу. Свечи разные, разные цены, на любой кошелек с пустыми руками оттуда уйти невозможно. Также огромное количество диффузоров с новогодними ароматами. Опять-таки, можно все понюхать и выбрать то, что вам нравится. Внизу стоят диффузоры, и выбирай себе на здоровье. Есть уже вот такие красиво упакованы. Нацепила бантик, и вперед, подарок готов. Ценник тоже доступный и красиво упаковано. Мишуры огромное количество. Мне вот это очень понравилось. Я ее издалека на самом деле приметила. Стоит 139 рублей. Цена хорошая. Надо прям несколько штук было взять. Я взяла что-то только одну. Не знаю почему, но будет повод еще раз вернуться в Леонардо. Также есть у них дождики. 99 рублей, 1,5 на 1,5 метра. Тоже можно красиво оформить. Я вначале взяла вот такой синий дождик. Но сейчас я вам покажу, на что я его заменила. Очень понравилась вот эта вот идея. 350 рублей. Есть также красивая канцелярия. Там вообще можно провести реально весь день. Ну и вот посмотрите, сколько мишуры. На втором этаже там тоже было очень много. Можно выбрать на любой вкус, по цвету, какая вам больше нравится. Поднимаемся на второй этаж. Девочки, это рай для рукодельниц, кто любит вязать, кто любит лепку, кто любит рисовать, шить, вышивать, вязать куклы. Там действительно очень много всего интересного. Посмотрите, вот такие гномики вообще сейчас на распродаже, всего лишь 159 рублей. Можно и к подарку как-то его прикрепить, как-то переоформить. Полет для творчества. Вот такие ангелочки, снеговики. Мне очень понравилась вот эта милая девочка со звездочкой. Много оберточной бумаги. Я взяла только парочку, чуть позже покажу какую. Но я вот там тоже зависла. Так это здорово выбирать. Ой, как же мне понравилось. Вот это, кстати, тоже была неплохая. Также у них есть хороший ассортимент лент для украшения подарков. Эти уже сразу идут в мотке. А есть девочки, которые отрезные. Очень удобно прийти, отмерить, отрезать нужное количество. Посмотрите, какие они красивые. И они очень бюджетные. 1 сантиметр ленты стоит всего лишь 1 рубль, девочки. Отрезали то, сколько вам нужно. Есть широкие, узкие. Сейчас покажу, какая мне больше всех понравилась. Вот эта вот с елочками. Я ее, конечно же, взяла. Пока все вам показывать не буду, потому что многое будет в оформлении подарков. Также мне понравился вот такой олень. Выполнен он очень хорошо, стоит 249 рублей. Есть олень с золотыми рогами, но я взяла просто вот такого вот красивого. Можно разрисовывать вот такие фигурки с детками тоже в удовольствие. В общем, вы поняли. Ассортимент, девочки, в магазине Леонардо шикарный. Никакой маркетплейс не нужен. Есть вот такие маски. Я обратила внимание, хорошего качества. Такая классная, яркая, качественная печать, что тоже немаловажно. Снеговички. Очень много товаров для детей. Я чуть-чуть вам поснимала. Загляните, посмотрите сами. Значит, смотрите, за 175 рублей можно купить вот такое мыло с блестками, сделать с детками и с удовольствием пользоваться. Снеговичок, олени и Дедушка Мороз. Также обратила внимание на вот такие пазлы, очень доступные по цене, всего лишь 200 с чем-то там рублей. Пазл-курорт можно собирать с удовольствием. Есть игрушки как для самых маленьких, там от 12 месяцев, так и для взрослых, для большой компании, там играть в мафию, во всякие игры популярные тоже можно здесь приобрести. Очень понравился вот этот стенд. Посмотрите, какая красивая снежинка в виде звездочки. 149 рублей. Красивый перламутровый пегас, 249 рублей. Вот на этом стенде были все такие игрушки из стекла.
как будто. Смотрится, конечно, очень красиво, очень нарядно. Обратите внимание, какая звездочка красивая. Есть разноцветные снежинки в блестках. В общем, полет для творчества. Просто придумайте, как вы хотите украсить свою елочку. И, девочки, кстати, вы можете сделать подарок близкому человеку, подарив ему сертификат на любой праздник, и он сам выберет, что хочет себе купить. Вот и я хочу разыграть среди вас сертификат. Условия конкурса оставлю в описании. Участвуйте и желаю всем вам удачи. С наступающим, девочки! Леонардо провели очень много времени, столько интересного, красивого, все хочется забрать, но пойдемте с вами дальше. Дома покажу, что купила, конечно. Я уже смотрю, вот, девочки, фиолетовое, вот все, что фиолетовое, лавандовое, мне все уже нравится. Ну, давай посмотрим. Такой берем? Миленький. Так, по цене. Хочешь чисто на фиолетовые, девчонки? А, этот опять с выступающей частью. Вроде больше мои такой не хотят. Вот этот неплох. Вот, вот так такой. Лучше, да, видно? Вот этот неплох. Он стоит 50 тысяч рублей, получается. Называется Римини. Римини, 50 тысяч. Очень много диванов. Вообще, на Озон я видела, знаете, такой королевский, с очень красивым изголовьем. Вот этот, в принципе, неплох. Нам, кстати, сказали, что мы очень дешево продали наш диван. Не знаю. Но мы отдали его за полстоимости от той, которую купили мы. Ой, какая кровать, какая елка. Все люблю, все хочу. Посмотрите, какая красота. Сегодня приехал наш комод. Вот. Ну вот что-то я хожу, такой не нравится. Такой большой вот есть. В принципе, неплох. Но это пусть они сами выбирают. Я туда лезть не буду. Я спонсор показа. Пуфики, кстати, нам тоже надо купить, потому что наши были от дивана. И мы, конечно, их вместе отдали, чтобы у них тоже было комплектом. Вот такой диванчик. Ну вот не знаю, хожу-брожу. Этот 70 тысяч. Сейчас мы еще в Аскону зайдем. Вот куда мы зайдем, посмотрим. Такие вот есть табуретки. Прикольные такие. Мягенькие, разных цветов. Кажется, мама что-то увидела. Такой вот есть диванчик. У меня как-то сегодня, знаете, нет настроя на покупку дивана. Не знаю, просто зашла, залетела. Я хотела в Леонардо купить мелочевку. Я это сделала, потому что хочу подарочки упаковать красиво. Примерка пошла. Короче, знаете, у нас у всех любовь к фиолетовому цвету. Я сижу вот на таком бежевом, тоже очень удобный. Ну как? Мягкий, да? Нравится? На него скидка, желтый ценник. Мама убежала, а я только присела отдохнуть. Так хорошо. Я сегодня тоже в очках, чтобы было все удобно и хорошо видно. Слушайте, действительно очень мягкий, очень удобный диван. По скидке... Любимый цвет. Но будем еще, конечно, смотреть. У нас есть в Мацесте какой-то интересный магазин. Его очень хорошо рекламировали. Может быть, мы съездим на выходных туда и тоже посмотрим. Чуть я устала. Такое еще приглянулся. Если вдруг захотите кресло, можно дополнительно заказать. Кстати, мне это очень нравится. А вот чем Аскона и вот эти? Чем-то не отличается, просто фирма. В общем, маме понравился вот этот диван. Он какой-то супер крутой, супер качественный. И вот думаю, может быть, его взять. Через 3 дня он уже будет в Сочи. По ценнику вот так. Здесь какой-то супер матрас. 80 тысяч стоит. И подушки не должны проминаться, он сказал, потому что не из кусков. Единственное... А, ну все, это надо просто причесать.
Мы, конечно, хотели лиловый, либо такой пудровый розовый, но этот цвет тоже неплох. И немного места будет занимать. Сидится на нем очень-очень комфортно. Вот очень хороший консультант нам помогает. Мама влюбилась. Идем смотреть дальше. Тоже симпатичный. Угловой прямой. И вот этот шейфелд угловой прямой. Этот вам два моих любимых. Потому что мне безумно в них нравится посадка. Их, тоже хорошенький, да? Он стоит 70. По нему. Угу, классно. Царапины и следы. Гигантский плюс вот этих диванов какой? Включая тот, который вам понравится. Это металлокаркас. Да. Это то, что все крепится на металлокаркас. Ящик весь это обработан. Очень крепко, очень качественно. Положили спинку. Угу. Постелили топер, если надо, тонкий матрас для сна, чтобы спите, спите хоть каждый день. Топер есть. Тим. Так красиво, так хорошо, так тепло на душе. Посмотрите, время чудес, девочки. Действительно, время чудес. Загадывайте желания, пусть они у вас сбываются. Пусть все у вас будет хорошо. Не то, что хорошо, пусть у вас все будет, девочки, шикарно. Давайте посмотрим интерьеры быстренько. А, ну это детские комнаты. Может быть, сейчас что-нибудь нам понравится. В принципе, мы уже все купили. Вот такой вот диванчик здесь стоит. Вот что мне надо, девочки. Комната принцессы. Какой. Посмотрите. Какая кроватка. Прелесть. А это, наверное, мальчиковая, да, комната? Тоже очень милая. Я зашла, девчонки, не в тот отдел. Нам нужно что-то для взрослых. Выросли мы уже из этого. Какая кровать! Я надеюсь, меня слышно. Я просто не хочу кричать. В магазине мало народу. Я так тихонечко похожу, посмотрю. Мне бы, знаете, что присмотреть? Комод, переходящий в туалетный столик, как я вам говорила. Очень красивое постельное белье. Смотрите. А какое оно приятное. Что это, интересно, за постельное? Вот, комплект постельного белья. А, сатин. Ну, неудивительно. Очень приятный. Спрашивали, какое постельное белье покупаю я. Девочки, все в любимом Васильке заказываю. С удовольствием пользуюсь. Ну, вот, типа того. Слушайте, вот таких подобных в ванную комнату было очень много. Просто очень. Так вот я сегодня выгляжу. Кудри накрутила. И мой любимый костюм. А вот тут вам меня хорошо будет видно. Штаны эти обожаю просто. Все, вы все видели. Я маму оставила одну. Слушайте, как тут спокойно. Сейчас бы прилечь, так вам покажу. Знаете, почему хочу заменить туалетный столик? Во-первых, мне такой большой не нужен. Во-вторых, мне хотелось бы купить красивое кресло. Но у меня там расстояние между тумбочками 50 сантиметров. Поэтому просто туда ничего не поместится. Мы уже пытались заказать мне новый стул. Но потом посчитали и, к сожалению, нет. Вот такой вариант, в принципе, тоже неплох. Правда? Вот здесь вот так косметоз. У меня косметики не так много. Открывается все как по маслу. Девочки, туалетный столик стоит 11 тысяч рублей. И вот такой комод. Можно много всего сюда засунуть. Такие зайки. Так, пойду-ка я к маме. А то она одна. Конечно, интересно, что там. Но надо идти к ней. Это кресло мне давно очень нравится. Кстати, оно подорожало, несмотря на то, что на него сделали скидку. По-моему, оно было дешевле. Очень приятное, красивое. Многие сейчас напишут: «Лиля, фу, колхоз». Сами вы колхоз. Не обижайтесь, я шучу, мои хорошие. Я вас очень люблю.
девчат, муки выбора. Короче, вот этот диван маме еще больше понравился. Сейчас я встану, покажу. Вот такой вот, без выдвижной части. Но по цвету как бы не кайф. Покажу вам вот так. По цене 70 тысяч папе за одно дома. Смотрите, какие цвета. Вот этот будет, наверное, темный. Вот этот мне более-менее понравился. В принципе, этот тоже неплох. Но у нас такая холодная комната. Хочется что-то яркое, да, привнести. Mm-hmm. Идем с вами дальше. Это вот он. Тоже очень приятный цвет. Тот диван, чем нам не понравился, он очень удобный, он очень классный. Но на нем вот это вот все остается. И смотрится немножечко неопрятно. Вот эта ткань. Ну, вот почему нету нежного лилового цвета? Ну, это слишком. Это тоже. Не знаю, что-то вот приглянулся мне вот этот цвет. Мне кажется, нет, очень красивый и благородный. Сравниваю вот с этим, а вот этот цвет лучше. С каким? С вот этим? Ну, вот они рядышком лежат. Мама в раздумьях. Такой вот. Ну, не знаю. Он темный был. Ой, штаны уже спадают, слушайте. Вот да, этот цвет лучше всех получается. Вот смотрите, лиловый, темный. И этот тоже что-то не то. Мы так вот смотрим. Да? Он же не темный лиля. Он же как лиловый. Ну, он такой. Вот сейчас как он называется, давай я тебе скажу. Этот цвет называется марбл просто. Но он красивый. Ну-ка, его же можно взять туда сходить? Конечно, можно на свет. Так. Смотрите, он и лиловым отливает. Сейчас вот хочу здесь на ярком свете посмотреть. Он как бы и лиловым отливает. Нет, это очень темный. Тоже. Но вот этот, наверное, все-таки лучше всех. Сложно, девочки, сложно. Такой консультант хороший попался, все объясняет. Кресло кайфовое вообще. В общем, нам нравится вот этот диван. Походу, мы его берем. И вот к нему есть кресло. Очень удобное, но оно не раскладывается. В чем минус? По цене вот так. Девочки, разошлись во мнениях. Позвонили папе по видеосвязи. Он говорит, этот мне не нравится, буквы Г. Ну, как у нас был. Тот темный. Короче, не знаем, какой выбрать. Не знаю. Приду домой, посмотрим еще раз, обмозгуем. В Адлере. Кух есть в Адлере. Ну, что, да, может там. Бедный этот консультант, он и так, и сяк, да, и все объяснял. И уже, знаете, вот просто неудобно уже уйти. Неудобно. Да. Ну, мы покупатели, мы вправе выбирать, думать. Мама. Уже темнеет, а мы, блин, только два магазина прошли, представляете? Эти диван очень качественный, вот сравниваю, да. Что у нас был, конечно, небо и земля. Небо и земля. А цена как бы? 80 тысяч рублей буквой Г, да. Тот темный 70 тысяч. Да. Оба очень комфортные, кресло у того шикарное, просто ты в нем сидишь, да, утопаешь, да. Кайфуешь. И но подушки вот не разваливаются. Расцветки, прямо. Блин, расцветки. Ну почему? Был бы он лиловый, я бы настояла, даже знаете. Нехорошо так говорить, но даже если папе не нравится, нам нравится, берем. Мы взяли бы тут. Нет, изначально ему тоже понравился, который это. Темный, да. Но он еще хочет, чтобы мы поехали на Мацесту. Там огромный какой-то, говорят, магазин. Но я сомневаюсь, почему-то вот такое предчувствие, что там качественный, типа хороший, не знаю. Надо, конечно, съездить. Никто нас не... А, вот и Аскона по пути. Но что-то он сказал, Аскона... Нет, у них нет. Собственное производство, а типа Хофф работает с лучшими марками. Но опять-таки, он консультант Хофф, мы понимаем это. Вот, поэтому тоже. Идем с вами в Аскону, посмотрим. Зайдем, посмотрим. Кровати. Зеленый с фиолетом. Здравствуйте. Все очень красиво. Лилия и Роза. Что выбираете? Диван нам нужен. Себе смотрите? Да, да. Заменить или новый? Вот такой неплохой диванчик тоже.
сейчас по цене. Лагуна, да? Угу. Сейчас мама примерит. Глубокая посадка, но комфортная. Ага, этот глубокий, да, получается? Второго тоже стоит, там не такая глубокая посадка. А раскладывается раскладушка как? Пантограф. А, пантограф. А, все выдвигается? Нет, вот эта часть. Придет вперед. А. Вот так, а это было... Все, да. Как у нас тут, на той квартире. Угу. Да. Понятно. В общем, вот такой диванчик. Такой еще диванчик смотрим. 90 на 950. Угу. Раскладывается так же, там есть, там были на ножках, он вот эта часть была переднего, но сразу в пол. Ой, девочки, так сложно на самом деле определиться. Включила камеру, потому что здесь уже зажгли огонечки. Поедем сейчас уже к нам, подумаем. Короче, сложно принять решение. Так, мама, какой-то автобус стоит. Бежим. Тут не наш. А, с такой крыши у нас вон нет. Смотрите, какая гигантская шишка. А мы уже едем домой. Кстати, очень хорошо, что мы не купили диван в магазине. В следующем видео обязательно расскажу, почему. Сегодня уже нет сил. Всем пока-пока.